dvhub.ru. Задача, чтобы данное учреждение, муниципальное казенное учреждение, могло открыть двери для всех желающих. Правильно? Да. Правильно. То есть для спортсменов, для школьников, для студентов, для всех тех, кто хочет сюда приехать, просто подышать свежим воздухом, отдохнуть. Полгода прошло. Я сегодня вижу вот этот ажиотаж, который нездоровый. Он, только вы, Александр Юрьевич, в этом виноват. Вот только вы. Другой, вот, по-другому я не называю никак. Если бы мы на полгода назад, даже бы, если к новому началу года сказали, Сергей, вот разработан график, вот переговорили со всеми спортивными тренерами, федерациями, а я знаю, что сегодня борцы с удовольствием придут, боксеры с удовольствием придут, лыжники тем более придут. У нас здесь 10 тысяч квадратных метров площади, здесь можно какую-никакую, но лыжню сделать по стадиону. Просто школьники приехали. Молодежь приехала, вы, Сергей? Конечно, приехала, потребность. Вот, в том-то и дело, что потребность есть. Поручение было дано, вы его просто-напросто провалили. И сегодня получили то, что мы имеем. Ситуация нехорошая, она мне очень не нравится, и поэтому готовьтесь к ответу и к серьезному ответу. Объект для чего мы косметически ремонтировали? Для того, чтобы здесь отдыхали. Да даже те же ветераны бы приехали, я уверен, приехали бы, просто провели какие-то мероприятия свои. Даже тоже чаепитие на свежем воздухе. dvhub.ru